Уже больше 5 лет в Тюмени каждый март проходит турнир по дзюдо, участницами которого становятся исключительно девушки. Конечно, это важное, безусловно, важное соревнование в становлении и развитии такого зрелищного олимпийского вида спорта дзюдо. У нас большое количество девочек занимается в туре, поэтому мы проводим. Чтобы не тратить деньги на выезд, мы приглашаем к себе и получаем опыт соревновательный, когда приезжают к нам другие регионы. В категории до 57 килограммов серебро выиграла тюменка Ксения Казанцева. После поединка в финале турнира она вернулась на татами, но уже в качестве судьи. Я когда сужу, я смотрю, что ошибки, как-то их исключаю, и при своей борьбе уже пытаюсь, чтобы не было таких же ошибок. В этом году на тюменское татами вышли 395 дзюдоисток из Казахстана и 10 регионов России.